Они начинали рисовать простым карандашом простейшие эскизы и незатейливые рисунки, а сегодня их работы больше напоминают полотна метров изобразительного искусства. На стенах яркие и воздушные, тонкие и такие нежные, теплые и легкие, загадочные и спокойные рисунки. Маслом, карандашом, сухой кистью. Есть то, что сложно описать словами, зато можно нарисовать. Я очень люблю писать портреты. Стараешься заметить какие-то интересные движения, моменты детской психики. Это очень сложно показать, но я к этому стремлюсь. Этот разный прекрасный мир. Мы хотели показать этим названием, что здесь очень разные работы, но они все нас подвигают прекрасному. И мы хотим то же самое, чтобы ощутили посетители выставки. Мы в институте даем скорее азы, то есть такой толчок к тому, что веру в то, что они могут это сделать. Вот такая большая психологическая работа к тому, чтобы они поверили в себя, что это все возможно, что они могут. Да? И здорово, что они этим, наверное, пользуются толчком и идут дальше. Творчество слушателей института третьего возраста позитивно, как и они сами. Несмотря на элегантный возраст, художницы идут в ногу со временем, постоянно совершенствуются, берут уроки живописи в интернете, посещают различные мастер-классы в других городах и, конечно, не пропускают занятия. Они действительно впервые взяли кисть в руки. Просто, возможно, у кого-то был какой-то нереализованный талант, возможно, у кого-то была смежная профессия, но они там не писали так картины, а просто где-то параллельно что-то моделировали, например. Это был долгий путь, 8 лет. Выставка у них пятая, она для них очень значима, потому что это такая самая большая выставка из всех за все эти 8 лет. И художественный музей, конечно, это показатель определенный для них, это для них очень важно, очень значимо, очень волнительно, это такое яркое событие для нашего института, потому что это показывает тот позитив, наверное, то, к чему мы людей призываем, что в любом возрасте, в любое время, в любом настроении человек может жить здорово, интересно и ярко. На выставке представлено 70 работ 7 художниц. Рисунки собраны за последние 2 года. Заразиться творчеством и отличным настроением можно до 7 октября, включительно в залах Художественного музея Брестской крепости.